Привет, друзья! Меня зовут Бегрель Никита, и сегодня я вас познакомлю с линейкой маринадов и соусов от Heavy Metal. Поехали! Slam Dunk, классический SPG. Сухой маринад, в основе которого соль, перец и чеснок. Это классика барбекю, это нужно всем. Теперь грибной соус. Добавь сюда немножко молочка, и получится супер насыщенный грибной соус. В ближайшем будущем я сделаю видосы, где будет использоваться этот соус. Следующий соус называется дюжина перцев. Просто разбавь 50 грамм этого маринада с водой или пивом. Дай постоять 20 минут, тщательно размешай, и ты получишь готовый соус. В составе у нас здесь черный перец, белый перец, зеленый перец, душистый перец и так далее. То есть здесь практически одни перцы. То есть эта штучка пикантная, она должна тебе зайти. Халапеньо лайм. Рыбная острая история. Все то же самое. 50 грамм маринада, 250 миллилитров воды. Перемешать, дать постоять 20 минут и готово. В составе перец халапеньо, тростниковый сахар, соль, чеснок, черный перец орегано, лук и яблочный пектин. Немножко промочим глотку. О! Едем дальше. Маринад классик барбекю. Состав: сахарный тростник, соль розовая, лук, перец черный, чеснок, копченая паприка и сладкая паприка. Все то же самое. Только здесь нужно добавлять 60 грамм на 250 миллилитров. Кстати, его я уже использовал, скоро вы увидите. Ребята, но вот это очень интересная штука. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что такое перечный соус для стейков. Ну а это что-то наподобие этого соуса. Добавляешь 20-25 грамм этого маринада, добавляешь туда сливок, перемешиваешь, даешь постоять, и у тебя получается чумовой перечный маринад. В составе черный перец, молотый лук, чеснок, розовая соль и тростниковый сахар. Ребят, все это можно купить у Heavy Metal. Ссылочка будет в описании. До встречи!